Одно из старейших общеобразовательных учреждений округа – Токаревская школа номер 22 – готова встречать воспитанников. В этом году она примет 11 первоклассников. Накануне 1 сентября глава Люберец Владимир Ужицкий встретился с коллективом и руководством школы. Этой школе больше века. Она построена в 1905 году, но ее солидный возраст выдает только небольшая деревянная постройка рядом со зданием. Все остальное отвечает современным стандартам. В 2018 году у нас прошел капитальный ремонт, за что мы благодарим администрацию городского округа Люберцы. Мы получили такие прекрасные условия, которые мы видим с вами сейчас. Заменены были практически все функциональные функции школы. Это отопление, это водоснабжение, это электроснабжение. Все полностью, крыша, кровля, полы. Единственное, что отличает эту школу от всех остальных – ее размеры. В новом учебном году здесь будут получать знания 84 ученика, из них 11 – первоклассники. 1 сентября для самых маленьких воспитанников педагоги устроят праздник, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Были даже в свое время позывы эту школу закрыть. Ну что, здесь 85 человек. Но мы настояли, мы сохранили вот такие сельские школы. Они должны быть сохранены, они должны быть ухожены. К ним должно быть дополнительное внимание, что мы и делаем. В отреставрированной 2 года назад школе уже все готово к 1 сентября. Единственное, о чем пришлось позаботиться, установить в пищеблоке вентиляционный купол. Все 14 учителей уже вышли из отпусков и с нетерпением ждут встречи с учениками. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.